Lars, я не! Эти люди были... Кому вообще могло прийти в голову разбить тут лагерь? Интересно, что с ними произошло.
Будь начеку. Пойдите, вам нечего здесь бояться. Я рыцарь-паладин Ауриэль, Ауриэль, Алкош, Акатош. Много разных имен предпочитаю называться снежным эльфом. К фалмерам путешественники относятся с предубеждением. Несчастных, которых вы называете фалмерами, я зову преданными. Конечно, вам нужен лук Ауриэль. Я могу вам помочь заполучить его, но я прошу тебя убить викария Виртура. Родства между нами больше нет. Я не понимаю, чем он стал. И он уже не тот брат, как... Это все преданные. Они что? Они напали на храм без предупреждения и стали убивать всех. Благая земля всегда была местом мирного поклонения. Они перебили всех и штурмовали. Он жив, но что-то не так. По виду не похоже, что ему больно, или что он томится в заточении. Он просто... стоит. Оставить дорожные светильники. К тому же нападение на преданных, засевших во внутреннем святилище, Да. Позволь показать тебе. Это называется дорожное святилище. Их использовали для медитации и для перемещений, когда благая земля была местом просветления. В этих святилищах прелаты учили посвященных мантрам Ауриэля. А что означает эта чаша в центре? После чтения мантр посвященный погружал церемониальный кувшин в чашу в центре дорожного святилища и переходил к следующему святилищу. Выходит, этим посвященным приходилось искать тяжеленные кувшины с водой. Великолепно. И долго они их так таскали? Когда просветление посвященного завершалось, он приносил кувшин во внутреннее святилище храма. После того, как посвященный выливал содержимое кувшина в священную чашу, он мог войти, чтобы побеседовать с самим викарием. И это только для того, чтобы потом все вылить? Как по мне, совершенно бессмысленно. Это символично. Нечего было и ждать, что ты поймешь. Ладно, займемся этим. И мы должны проделать всю эту ерунду, чтобы попасть в храм, убить твоего брата и заполучить лук Ауриэля? Я знаю, как все это звучит. Но если бы был другой путь, я бы сам давно это сделал. Единственный способ добраться. Первое святилище находится всего их пять, и они довольно пещеры. Но прежде чем я отправлю тебя в путь, возле каждого святилища, они позволят тебе за... Возможно, в противном случае, все, что я могу тебе предложить, это моя надежда на твое успешное возвращение. Совсем не так неприятно, как я ожидала. В этом есть что-то успокаивающее. Мне как будто стало немного теплее.
Похоже, эти фалмеры останутся тут. Наверное, это их тот священник назвал преданными. Будь начеку. Thank you.
Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище света. Хочешь почтить святые слова Ауриэля? Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да осветит он твой путь к покою внутреннего святилища. Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да ускорит он твое путешествие к внутреннему святилищу. Ведет.
Тебе удалось. Хочешь почти? Ауриэль благословляет тебя, дитя, ибо ты теперь на шаг ближе к внутреннему святилищу и вечной мудрости. Наполнит тепло Ауриэля и ваши тела силой. Дюр! Дюр!
откроем это, сможем двигаться по долине гораздо быстрее. Ты теперь хочешь почтить святых? Тогда вперед, дитя мое, и да укрепит Ауриэль твою решимость достичь внутреннего святилища.
что-нибудь слышишь? Лёс! Ямир! Ямир! Ямир!
Тебе удалось добраться до... Хочешь почтить? Да пребудет с тобой благословение Ауриэля на пути к внутреннему святилищу и окончательному просветлению. Эти фалмеры, они вмерзли в лед. Интересно, давно они уже так? А я-то думала, в Каир не душ. Ты всерьез надеешься завладеть луком Ауриэля? Именно этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Он что, обо мне говорит?
А значит, как ни печально, мне от тебя больше нет пользы. А ты еще откуда? Впечатляет, но и только. Вы лишь оттягиваете собственную смерть. Берегись, он сейчас обрушит потолок. Наверху, на балконе. Пошли. Хватит, Виртур. Отдай нам лук. А как ты смеешь? Я был викарием Ауриэля, девочка моя. Меня слышал сам Бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гилиборам и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри мне в глаза, Сирана, и скажи мне, кто я? Ты? Ты вампир. Но тебя должен был защитить Ауриэль. И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауриэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауриэля мне не дотянуться, но его влияние в этом мире в моей власти. Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауриэля. Кровь вампира, лук Ауриэля, это... Это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента — крови настоящего вампира. Крови дочери Холодной Гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью? Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим. В этой крови какая-то сила. А ты еще откуда?
Итак, восстановление этого дорожного святилища означает, что Виртур мертв. Что? А чё? Вампиром? Понятно. Это многое объясняет. Глубоко внутри я чувствую радость, что не... Потому что это означает, что надежда еще есть. Много времени прошло с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. Вы рисковали всем, что... Я не могу представить более достойно. Если ты хочешь больше узнать о Луке, или если тебе нужны для него солнечные стрелы, я с удовольствием помогу. Тебе стоит только попросить. Пожалуйста, возьми лук. Он твой. Я был бы счастлив, если бы благая земля обрела. Теперь, когда мой брат мертв, весьма вероятно, что я... Не нужно так говорить. Я лишь... Но может разрость... И еще я полагаю, что Виртур не дал тебе возможность. Некоторое время я побуду здесь. Буду присматривать. И, конечно, я всегда рад видеть здесь тебя. Говорят, это был лук самого Ауриэля. И именно с... Нет равных этому луку во всем Тамриэле. А может быть, лук черпает свои силы в самом Этериум. Благодаря этому стрела выпущена. Вообще-то, солнечные ожоги болеют. Ну, если предварительно обмакнуть стрелу в кровь и выпустить ее из лука, это... Если, конечно, у тебя хватит безрассудства попробовать. Вообще говоря, если ты принесешь мне несколько хорош... За один раз я могу сделать только 20 штук, так что если... Я не испытываю к преданным ничего, кроме симпатии, несмотря на то, что сражаюсь. Но я боюсь, их уже ничто не исцелит. Эти извращенные существа возникли не за один день. Пусть гномы украли у них зрение, но должно было смениться много... Вероятно, они уже никогда не будут выглядеть как прежде. Если бы удалось установить с ними контакт, только так они смогут узнать, что не всегда были убоги. Когда-то это была гордая и процветающая раса. Он сияет не так сильно, но все же он прекрасен. Ну, до разговора с матерью в Каэрне душ я предложила бы отнести лук отцу. Но после всего, что она рассказала, я не думаю, что ему можно доверять. Я все пытаюсь придумать какой-нибудь другой вариант, но он попытается расправиться с нами, как только... Нет, он должен умереть. Выбора нет. Спасибо. Я надеялась, что ты поймешь.